Здесь сейчас меня ротан клевал обильно. Я это, уже... наверное, пучок червей. О, блин, нихрена! Это рыба моей мечты, бля! Фу, блядь, я съел! Нихрена! Сушка, а может положил этот карась клюнул? Что думаешь? Ну-ка. Да-да! Поработай ноженькой, вот так вот. Вот так, смотри. Раз, и пошла. Вот, Анютка сейчас нам будет помогать надувать ротку. Мне очень нравится. Как думаешь, Ань, будет вкусное такое блюдо? Думаю, что да. Тебе что больше понравится, вот это или это? Посмотрим. Ну ладно. Ну что, пока угли прожжены. Очень вкусное вообще. Вручную, вручным способом. Вилка, конечно, неудобная. Медитация. Греется очко-то. Вот, медитация. А яйца-то греются? Смотри-ка, я сейчас сделаю, знаете вам, какое яйцо? Пашот, нахуй. Полусырое. Землю покажем зрителям, сколько тут получилось. Где-то штук 15. Да, посчитай. Смотрите. Посчитай, сколько получилось. Один. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Всем привет, друзья мои подписчики. Девчонки, подружки, друзья и гости моего канала. Эй, йоу, с вами снова канал Олега. Мы сегодня пришли на карьеры. Если вы помните, где я вам делал самодельную вершу из пластиковых бутылок и ловил здесь карасиков, и готовили мы горячие бутерброды на природе, мы опять пришли вот в это красивое живописное место. Сейчас, обратите внимание, мы сейчас будем надувать лодку. Это входит в пазы. Совершенно другая лодка с плотными боками. Сейчас новое совершенство лодок. Вот, так сейчас вот смотрите, взяли кучу с собой жратвы. Доски, на чем резать салат. Смотрите, раз пакет, два пакета, раз мешок. Смотрите, сколько вещей. Я молчу уже про это, ребят. Обратите внимание, крупным планом, пожалуйста. Целый мешок дров. Ребята, потому что на карьерах нету дров вообще. Мы целый мешок притащили дров на машине. В рюкзаке еще еда. В общем, вот так вот пришли втроем. Ну, вон там Ромик еще на удочку уже, он что-то поймал. Надувай лодочку. Поработай ноженькой, вот так вот. Вот так, смотри. Раз, и пошла. Вот, Анютка сейчас нам будет помогать надувать лодку. Мне очень нравится. Да, а я почему тебе такое упражнение дал, потому что тебе нравится ножки качать. Жаль только икры. Жаль только одну. А ты меняй, потом одно немножко, другое. Тут же в лодке две стороны. Ты одну надуешь, потом вторую будем тебе подсоединять. Одну половинку лодки одной ногой, вторую половинку лодки другой ногой. Вот. И под музычку, и под музычку. И пошла в улыбочку. Красота. Сейчас поплывем в далекое плавание. Че тут говоришь? Сегодня что, ребят, будет у нас? В основном планируем поймать карася очень много. Если поймаем, мы взяли на всякий случай с собой сковородку, масло, муку. Сразу, если что, его зажарим на костре, потому что дров взяли. Вот, если не получится поймать его, а кушать захочется к обеду, потому что сейчас время еще типа 10 утра. Вот, и, ну, взяли с собой эти колбаски, сосиски там всякие, пожарим сардельки, в общем, ну, перекус такой легенький сделаем и приготовим еще салатик вкусненький, естественно. Ну, как всегда, мой канал без готовки не бывает, сами понимаете. В общем, сейчас будем рыбачить, ловить на удочку, поплывем ставить верши на карася. И что из этого получится, узнаете в ближайшее время. Ненадолго с вами прощаемся. Анька, ну как, понравилось тебе лодку надувать? Это несложное занятие, каждый может с этим справиться. И полезное для икр. Очень полезное. Романыч, ждем только тебя. Смотри, Титаник уже надули, видишь? Готов в далекое плавание отправиться за крупными карасями? Ну как получится, вся рыба наша. Ну все, давай, перебирать донышки, удочки и пошли закидываться. Поехали наши товарищи ставить верши на карася. На боярдаке
Речка большая. Как говорится, вернутся они не скоро. Вот наши товарищи идут к вершине. Пропали они на значительное время. Но я думаю, что это было не зря. Сейчас они поделятся с вами впечатлениями. Каковы ваши впечатления? Хорошо поплавали, душевно. Верши поставили, творогом зарядили. Теперь ждем улов. И сейчас еще будем мы уже прикормили карася. Кстати, ребята, обратите внимание, какую мы подкормку сделали мощную. Наварили, короче, пшена и геркулеса. Вот. Видите, у нас тут удочка стоит поплавком. И чеснока туда. Чеснока тут просто немерено. Карась любит такую же. Сейчас наприкармливаю. И все. А сейчас пойдем готовить, ребят. Сейчас будем вам делать салат, жарить колбаски, потому что мы уже все немножко проголодались. Пока стоят верши ловятся, пока на удочку ловим. В общем, я думаю, что-нибудь допоймаем. Ждите приключений. Закормили место, ждем поклевку. Чего? Закормили место, говорю, ждем поклевку. Еще не клевало, Ром? Нет, пока вот только еще мелочь подошла. Будем ждать, чтоб не отсюда. Пока еще клевоплав. Надеюсь, мы не зря с тобой кашу варили. Пока еще годовалые, как и плавают, стало больше. Чтоб хранить этим потом прикол. Ну давай карася нам с Ромом на камеру. Большого. Да, ребят, так что не без сути, если на камеру не заснимем, может не получится. Ну, заснимем концовку, результат, что наловили, не знаю. Не получается у нас на камеру никогда снимать. Лобную штуку специальную для камеры, но сами знаете, аккумуляторы, они недолго держат. Вот ты же не будешь 3,5 часа снимать всякую херню, потом же вырезать надо, аккумуляторы садятся. Поэтому включаешь камеру только тогда, когда уже что-то эпичное. А когда ты, блин, это что-то эпичное тащишь, уже не до этого, иногда забывается, блин. Если что, сегодня вообще наловим, то пожарим. Не наловим, так поедим что-нибудь другого. Главное, пришли отдыхать на природу. Здесь, кстати, очень ветрено, прохладно на карьерах сейчас. Вода еще не прогрелась, карась еще даже не то, что не рестится, он вообще не гуляет, он вообще еще не выходит. Попозже, потеплее вода прогреется, он может попрет. Сейчас что тут вообще никак пока. Ну ладно, ждем дальнейшего. Анютка, что ты режешь? Огурцы. Огурцы? А почему ты их режешь половинками так крупно? Ну я так привыкла. Я сейчас еще на две, ну еще на часть разрежу. Угу. А дальше что на салат пойдет, покажешь? Помидоры. Ой, тут все падает у меня. Ну это муравьи съедят, ладно. Ладно. Это вот перец болгарский, зелень. Покажи перец нам крупным планом. Во, какой сочный, мясистый, да? А дальше что ты пойдешь? Что еще здесь? Зелень. Помидорка у тебя есть, зелень. Помидоры. Да? А самое главное, редис с Роминого огорода. А, видите, да. Зацените. Да, у нас... Свежий урожай, представляете? Нарос свежий редис. Вот так вот. А заправлять мы салат чем будем? Подсолнечным маслом в этот Потому раз. Что майонез мы забыли. Майонез, да, забыли. Сегодня будет правильное питание. Так что все. К сожалению, для вас. Ну и пожарим вам колбаски, да, на гриле? Ну и рыбу, конечно. Если поймаем. Да. Ну ладно, давай режь. А мы тогда поплыли, подкормим пока рыбку на лодке. Чтобы ее побольше поймалось. Да. Мы сейчас будем верши подкармливать. Плыли. Все, подкормили верши чесноком, кашей, перловкой. Анька нам до сих пор еще продолжает резать салат. Потому что мне неудобно, я тут ходила, у меня ноги болят. Ты мне ковер-то не взял? А, видите, я еще и ковер ей должен взять, оказывается. Еще раскладушку, я и все удобства сюда должен был принести на природу, так, понимаете? Ты сидишь на картонах, не очень это удобно. А кто тебе мешает? Садись сейчас на лодку. Теперь это наше сиденье. Она сырая. Нет, она не сырая. Вы же не плавали. Так бока-то сухие, садись на лодку. Режет у нас укропчик жухлый какой-то, да, тут подрезает, сидит. Свой еще не вырос.
Смотрите, у него голые коленки. Видите, это модно сейчас так в голых коленках. Но это молодежь у нас такая, видите. Им нравится в рваных джинсах ходить. Есть даже песня «Рваные джинсы», кто знает. А кто? Поставьте лайк, кто знает песню «Рваные джинсы». А кто исполнитель? LJ. Зелень. Ну, правильно. Мы вот еще, Аньки, видите, взяли ковшечек специально с твиксами, стаканчиком и сахар. А себе почему не взяли? И сахара положил. Мы ей будем чаек заваривать. Ну, когда она вот выпьет вот эту вот голубую лагуну, тогда мы ей чаек заварим. Так, ребят, голубую лагуну. А редиску ты всю порезала? А надо всю. А что ее жалеть-то? Режь всю. Кушать не будет. Она сочная, ну-ка. Она островата. Ну-ка, сейчас попробуем. Какая островатая, сладкая редиска, кстати. Вкусная. Мое мнение, что она очень даже острая. Ну ладно. Делай пока салат, мы пошли. Ну вот и пришло время пожарить вкусные колбаски на природе. Мы проголодались. Так как салат Аня уже сделала, к салату не хватает мяса. Так как газету и бересту мы забыли дома, мы разжигаем сухим рогозком. Посмотрим, что из этого получится. Как чайки-то кричат. У них там сезон спаривания, что ли. Слышите, что он говорит, ребят? Говорит, Олег не электрист это. Рыба не летит, а Олега нерест никак не летит. Да, кстати, ребят, так как мы не взяли с собой никаких приборов, я выпилил вот такие импровизированные вилки, есть салат. Называется куриной лапкой. Это самое лучшее, что я нашел на карьере, блин. Как всегда, что-нибудь да забудем. Ну а костер тем временем схватился. Рогоз сделал свое дело, дрова схватились, мы разожглись. Так что сейчас будем делать колбаски на гриле. Костер разожгли, лодочка надутая, будем на ней сидеть, если что. Сейчас сделаем пикничок небольшой, пока рыбка ловится, еда готовится. Что еще надо для полного счастья? Рыбка ловится, еда готовится. Так, вот взяли сардельки, обычные купили. Я их порезал с двух сторон вот такой елочкой специально, чтобы они вкусненько и красиво пропеклись. Сейчас все кладем. И купили, конечно же, какую-то интересную вот такую штуку. Не знаю, сколько мы ее съедим. У нас таких три упаковки, ребят. Натуральный люля-кебаб, блядь. Натуральной оболочки. Вот такой красивый. Сочные, я думаю, будут. Вон какие, сардельки. Сочно будет точно. Да. Так что тоже укладываем на грильницу. Сейчас на угле сделаем. И все, будем готовить. Вот так красиво все уложим-то, мать честная. Уже слюнки потекли. Все уместится. Дымок пошел, все красиво. О, у нас все влезет. О, у нас еще одна упаковка лишняя осталась. Ну ладно, не съедим, так домой заберем. Ладно. О, и закрываем. Все. И сейчас будем жарить с вами, господа. Да, и сейчас посмотрим, что будет после. Как думаешь, Ань, здесь будет вкусно такое блюдо? Думаю, что да. Тебе что больше понравится, вот это или это? Посмотрим. Ну ладно. Ну что, пока угли прожигаем. Что, не на костер же ставить? Надо углей хоть нажечь маленько. Пустили дымочек, костерочек пошел. Зря ли мы дрова с собой тащили. Целый мешок, оба. Тяжелый. Целый мешочек вон, дров, да. Дров немерено. Сейчас будем нажигать угля. А потом... Они останутся ли они лишними, если вы понесете назад? Да а мы не понесем. Сожгем все потихонечку. Либо сожгем, либо здесь кому-нибудь оставим, либо сами себе нас в следующий раз оставим. А вот так он... спрячем туда, чтобы никто не нашел. Так.
Как вариант, да. О, ничего мы тут никому не оставим. Да, пацаны? А теперь прокоптить очко, это самое главное. Это тихий ужас, это, блин. Вы как-то медитировали? Человек-дымок. Вот так медитировали когда-нибудь? Медитация. Греется очко-то? Вот так. О, медитация. А яйца-то греются? Смотри-ка-то. Я сейчас сделаю, знаете вам, какое яйцо? Пашот, нахуй. Полусырое. Ладно, ребят, шутки в сторону. Все, до подключения. Ждите улов. Рома сейчас что-нибудь на удочку по-любому поймает. Будем стараться. Но все... за табан. Нет, а за что? И, ребят, пожалуйста, не мусорите. Мусор, все, что возможно, сжигайте. Остальное просто забирайте с собой. Берегите природу, мать вашу. Роман, ну что у тебя, клюет ли что, братан? Не клюет ничего. Ну, блядь, может у тебя удилище хреновое? Блядь, что-то с грузом, что ли, что-то в плавок что ложит. Что за хуйня, блядь? Сушка, а может положил этот карась, клюнул? Что, думаешь? Ну-ка. Нихуя у тебя там! У него карасина, блядь! Давай быстрее, блядь, подсак! Ни хрена себе! Блядь, говорит, поплавок кладет, блядь, ни хрена себе кладет, блядь, у него карась там уже сидит давно, он в ус не дует. Вот это вообще! Ну-ка покажи, какой крупный. Во, красавчик. Молодца. А говорит, поплавок кладет. Это первая подкормка карася. Он всегда поплавок кладет. Карась всегда так клюет. Ты не знал, что Роман? Конечно. Ты привык за карпом ходить, за щукой, да? Думал, на мель сел, столько это. Во, какой из моего хороший. На сколько грамм-то? На сколько грамм? Грамм 200-250? Грамм 200, наверное, да, 250. Ну, хороший. Спорим тебя, спорим, братан. Спасибо. Ребят, вот забыли масло, ой, забыли майонез, короче, вот Рома, которое масло я на карасей взял с мукой. Сегодня у нас правильное питание. Заправляет можно салат. Вообще надо оливковым заправлять, конечно. Ну, ё-моё. Каждый себе в тарелку бы заправили, вот смотри, какие у нас, это со дня рождения, какие, масла нету, какие тарелочки, нет, видали, нет, как в ресторане. Даник. Да. Семьяку правильно. Смотрите-ка, как Рома орудует импровизированными этими куриными палочками. Нормально просто вырезал? Просто превосходно. Тыкается, да. Естся. О, вкусненько. Хорошо пошло, да? Природная вилка вкуснее гораздо. Да ладно. Да. Не то, что железно ешь, да? Мы хлебушек не брали, да? Нет. Хлебушек мы не брали. У нас много сосисок. Да, у нас вон целая. Гриль сейчас будет без хлебушка. Зато я кетчупа набрал всякого. Вкусно, ребят. Давайте все. Сейчас испробую. Ну да. Я перцем сделал, с солью. Красным. Ну как? Вообще беда, походу. Это корейская кухня, ребята. Ничего вы не понимаете. Остренько. А с одного салата точно не будет. Если ты будешь постоянно есть, да. Честно говоря, вилка есть, это непривычно. Такой-то да, у тебя какая-то неправильная вилка, у Ром получится. Ты лучше натыкивай. Надо было покрупнее ингредиенты резать. А я откуда знал, что у нас вилок нормально? Ну ничего, Анька приноровилась, да? Нравится, Анют? Вкусненько? Немножко островато. Островато, перца переборщил, да? Не надо было так много. Ну ладно, это мой косяк, братаны. Ну а тем временем у нас угольки уже скоро образуются. И мы понесем вот эту... Вот эту вкуснятину, скоро пойдем на угольки. Даже музыку никакой накладывать не надо. Чайки орут. Видали? Какашку сбросила в пруд. Слышали? Буль! О, природа, ребята. Вот это эпично. Летит, летит. Как? Don't stop.
ребят. Эти быстрее жарятся, потому что угли в другом месте лежали. Угу. А эти я сейчас дожарю, переменяю местами. Вот так странно, порционы готовы, а половина еще нет. О, сколько из них сока льется. Прямо протыкивай, смотри, сколько сока прыскает. Ух. Ну, чтобы не лопнуло, как можно. О, пошло дело, пошло. Скоро будет кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста, господа. Приятного всем аппетита. Ну что, ребят, пробуем сосисёны. Очень вкусные вообще. Из них аж сок течет. Из них аж сок, говорю, течет, какие могли угли сделаем. В общем, жарим в натуральной оболочке. Эти-то побыстрее приготовить, сардельки. Сардельки с салатом очень вкусные, особенно с импровизированной вилкой. На нее много не наколешь, поэтому очень вкусно и сытно. Вот Анька пробует. Этой вилкой приноровиться сложно. Приятного аппетита всем нам, ребята. Ой, Роман тут сидит как в ресторане. Он колбаски жрет. Тарелка у него как в ресторане, прям на природе сидит. А вам желаю почаще убираться. У нас тут природа, речка. Костерок, дымок. И чайки поют, курлыкают, там утки, блин. Вон. Сезон гнездования, да. Да. Там лягушки много. Спариваются, квакают. Как вы можете наблюдать, здесь никого нет. Один человек прошел за все это время, ну или два. Все. Место одинокое, заброшенное. Единственное, что жалеет, что мы майонез забыли. Приходится салат есть с подсолнечным маслом, но это ладно. Это полбеды, ребят. Главное сейчас дожарить вкусные сардельки. Кстати, Аня, попробуй сардельку на камеру. Скажи, вкусно тебе? Она уже, кстати, остыла. Да. Да. Ну какой? Вкусный, да? Угу. Ну это вкуснее будет, мне кажется. Вот эти. Каждый по-своему вкусный. Эти будут вкуснее. Все, все поели? Я не в состоянии поесть, поэтому приходится его кормить. Вручную, вручным способом. Вилка, конечно, неудобная. Что тут поделаешь? Без зелень подцепить вообще не получается. Ну, зато вкусненько Саниных рук кушать вообще. Большим трудом, очень тяжело, честно. Я вот даже не знаю, как подцепить. Вот верите, нет, господа. Уколоться на раз-два. С редисочка подцепила. Так я хочу, наоборот, редисочку с Роминого огорода подцепить. Ну вот кто, как вот так? Хочется редиски побольше. Когда тебя женщина кормит с рук, это вдвойне вкуснее, ребята. Когда еда не подцепляется, это и вдвойне интереснее, товарищи. Вот вообще не цепляется. У нас неправильная импровизированная вилка. По-моему, это максимально все то, что ты сделал для нее. Спасибо, Анюта, большое накормила. Вот, ребят. Вот он какой. Из индейки. Из индейки вкусный очень. Вообще обалденно. Особенно с кетчупом макать это все. Просто выше всех похвал, ребят. Да. Кстати, у нас уже караси клюют во все. Ротаны. Мы в конце покажем весь улов. Надеюсь. Ну и все. Приятного всем аппетита. Олегович, у тебя как дела? Все нормально, есть ли что, поклевки какие? Время. Вот здесь сейчас у меня ротан клевал обильно. Это, уже... наверное, пучок червей. Блин, ни хрена! Это рыба моей мечты, блядь! Фу, блядь, я съел! Ни хрена вот это язда! Ты видали, пацан? Фу, какая ротанина здоровенная поймал!
ты прям вовремя на камеру подходишь, бля, вот смотри, бля, пузатый какой здоровенный. Угу. Мы еще, кстати, пацаны, карасей поймали уже штук 15, блин. Че не показывали, блин, снимаем только по возможности, как съемка идет. Вот как получается, ребят, рыбалка сегодня удалась, ротаны, смотри, какие клюют. Карасей наловили уже штук 15, это вообще, блин. Мы просто, ребят, сосиски пожарили, отдохнули сегодня на костре, ну это просто полный шик. Ну что, ребят, подводим общий итог. Вот столько мы сегодня на удочку подводим общий итог. Вот столько мы с Романом на удочку наловили, плюс у нас еще стояли верши, Анечка держит карася, на жареху мы наловили. Ань, высыпай его все на землю, покажем зрителям, сколько тут получилось. Где-то штук 15. Да, посчитай. Смотрите. Посчитай, сколько получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, 14. Чертова дюжина, да, у нас? Да, неплохо, неплохо. На удочку вообще шикарно, ребят. Ноги вон в пустые идут, а мы все... Не, ну нам-то парочку еще вершу попалось на творог. Конечно, конечно. Ну, в основном на удочку надергали. Особенно вот этот ротан мощный, да? Ну как тебе, Ань, понравилась сегодняшняя рыбалка? На лодке покатались, да, рыбки наловили, круто, да? Жалко, не успели пожарить ее, конечно, всегда взяли с собой. Всегда такое изобилие было, всегда вам удача сопутствовала в этом деле нелегком. Успели только, блин, муку с собой взять с маслом, но пожарить не успели, потому что, ребята, у нас уже темнеет, сейчас нам собираться надо. Ну мы хотя бы сосисок поели, да? Хотя бы, да. Ну хотя и... бы больше всех, как говорится, поймали. И концовочку. Ну что, ставьте лайк за такое классное видео, за такое количество рыбы и подписывайтесь на канал. Всем, кому понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк, не затруднитесь, прожмите колокольчик. И вас ждет только впереди еще только уйма интересного контента. С вами был Олег, всем пока.